непростая ситуация. Команда на волосок от вылета. И чтобы остаться в лиге на следующий сезон, им сегодня необходимо побеждать. Первый удар по мячу, и игра началась. Папастатопулос. Хюнтела. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой.
непростая ситуация. Команда на волосок от вылета. И чтобы остаться в лиге на следующий сезон, им сегодня необходимо побеждать. Увидел открывание впереди, делает передачу. Выручил он свою команду. Есть шанс развернуть контратаку. Браво. И пас обратно. Скучновато. Пирло. Альба Рамос. Это может быть опасно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится раздавать предупреждение. Все верно. Края надо чаще задействовать. Как он работает? Пас на ход партнеру. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Пересек мяч боковую линию. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Браво. Насри. Папастатополос. Насри. Пирло. Отлично сыграно, надо решать. Браво. Хюнтелар. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ударище просто. Сейф, но атака продолжается. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Навес в штрафную. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Защитник справился с задачей, мяч выбит. Пирло. Суарес. Это может быть опасная атака. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Хюнтела. Нет, не дошел этот пас до адреса. Альба Рамос. Пирло. Это может быть опасно. Браво. Вот тебе и раз. Автогол. Да, и такое бывает. Хотел спасти свою команду, и что? Вышло все наоборот.
Ужасное невезение, но автогол в футболе – обычное явление. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Тут может что-то получиться. Тут защита справляется с потерей мяча. Яо Куаси. Защита справляется. Попадает под прессинг. Пирло. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Пас на ход. Может быть интересно. Блестяще он сыграл. Без проблем играет на выходе вратарь. Мяч в его руках. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Яо Куаси. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. И это удар! Невероятное спасение! Удар поворотом. Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Браво! Ставит корпус, не расстается с мячом. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Ну и выносить мяч надо. Один ноль. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали! Альба Рамос. Пирло. Отлично сыграно. Надо решать. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Слишком сильно. Мяч у вратаря будет. Браво. Хюнтелар. Хороший пас во фланг. Ну-ка, ты можешь все! Удар! И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Арбитр демонстрирует нам, что он хорошо все помнит и показывает желтую карточку за нарушение, которое было несколько мгновений назад. Да, очень грамотная работа рефери. Мяч оставался ведь у пострадавшей стороны, и важно было не сорвать перспективную атаку. Может получиться интересная атака. Опасно!
Шанс для команды довести отрыв до 2 голов, если забьют с этого углового. Мяч летит в центр штрафной. Хороший вынос мяча из штрафной. Есть варианты, куда сделать пас. Слишком поторопился игрок, залез в офсайд. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Насри. Такими действиями. Удар! Это угловой удар. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Не дает добраться до мяча соперник. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Так, только не... И пробил! И он забивает! Пропускают, и счет опять равный. Да, теряют они преимущество. После ответного мяча у нас 1-1. Это может быть опасно. Хороший пас на ход. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Браво. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Пока неплохо. Атака остановлена, но кто получит мяч? 20 минут до конца основного времени матча. Неплохой заброс вперед. Нет, нет. По мнению лайнсмена, вне игры находился нападающий. Но не знаю, мне так не показалось. И с мячом он идет вперед. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Удар от ворот. Пирло. Тут может что-то получиться. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Пошли последние 15 минут. Насри. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Это может быть опасно. И как пробил. Красиво сыграл вратарь. Будет угловой, и это, конечно, возможность забить и выйти вперед. Мяч летит в центр штрафной. Защита первая на мяче, вынос. Не очень аккуратно. Как он работает с мячом? Всех обыграл. Ждут. Это удар. Мяч в воротах, и это гол. Игроки обескуражены и расстроены. Теперь их команда отстает на 2 мяча в этом матче в борьбе за выживание. И забивают-то они не так весело, как лидеры, что естественно. Но, как говорится, чтобы выжить, иногда нужно умереть.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хороший по задумке пас. Защита надежно играет, мяч отобран. Пирло. Не отдает мяч под прессингом. Хюнтелар. Посмотрим за этой атакой. Штрафной удар в такой важный момент. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасный подкат. Штрафной удар назначает судья матча. Переборщил тут он с силой, мяч мимо ворот летит. Плохое исполнение и момент упущен. Ну ничего, случаются и такие промахи. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Команда зарабатывает угловой. И, возможно, это последний шанс спасти матч. Навес в центр штрафной. Да, вот так удар. Да, не получилось у него прицельно пробить головой, и мяч отправился совсем не туда, куда должен был. Свисток штрафной. Судья добавляет 3 минуты. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Это браво. И матч завершен. Такой результат команду никак не устраивает. Теперь они отправляются прямиком в низший дивизион. Все расстроены, разочарованы, но что уж теперь поделать. Надо думать о том, как вернуть позицию. Ударище просто. Сейф, но атака продолжается. Это может быть опасно. Браво. Вот тебе и раз. Автогол. И это удар. Невероятное спасение. Удар поворотом. Так, только нет. И пробил. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. И как пробил. Красиво сыграл вратарь.
Как он работает с мячом. Всех обыграл. Ждут пар... Это удар. Вот тебе и раз. Автогол. И это удар. Невероятное спасение. Удар поворотом. Так, только не... И пробил. И он забивает. Пропускают, и счет опять равный. Да, теряют они преимущество. После ответного мяча у нас 1-1. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Он работает с мячом. Всех обыграл. Ждут пар... Это удар. Мяч в воротах. И это гол. Игроки обескуражены и расстроены. Теперь их команда отстает на 2 мяча в этом матче в борьбе за выживание. И забивают-то они не так весело, как лидеры, что естественно. Но, как говорится...